В пятницу сотрудники Ивановского управления ФСБ посетили Шуйский детский дом, над воспитанниками которого взяли шефство несколько лет назад. Встречу приурочили к памятной дате – дню вывода советских войск из Афганистана. Урок мужества для ребят провел ветеран спецслужб Александр Стяжкин. Сами воспитанники детдома военной тематикой интересовались охотно. Многие мальчишки уже сейчас планируют связать свое будущее со службой родине. О боевых действиях они смогли узнать из первых уст. Ощущаешь близость духа, близость человеческого общения, то есть даже родство душ какое-то. Там называется, может быть, это боевое братство. Вот самые яркие воспоминания об этом боевом братстве.